Тревожная статистика. За последние 30 лет у людей все чаще стали развиваться болезни печени. Заболеваемость гепатитами выросла в 1,5 раза. Людей с циррозом стало в 2 раза больше. И эти цифры продолжают расти. А ведь печень – главная химическая лаборатория нашего организма. Она фильтрует кровь, нейтрализует токсины, продуцирует желчь, хранит в себе запас витаминов и минералов. А еще очень влияет на работу мозга. Если печень будет плохо работать, то пострадает и мозг. Что же нарушает работу печени, кроме вирусов, алкоголя и вредных продуктов? И как же понять, что с вашей печенью что-то не так?